Вспоминая традиции. Вот уже 32 года Минская лыжня собирает любителей активного отдыха со всей республики. Соревнования, как и прежде, прошли в три этапа. Первыми на старт вышли команды облисполкомов и Минского горсполкома. Перед ними стояла задача как можно быстрее преодолеть 2,5 километра. На этой дистанции не было равных лыжникам из Витебска. Это отличная возможность показать свой уровень, показать, значит, свое отношение к здоровому образу жизни. Значит, посмотреть на себя, что ли, со стороны, на что ты способен. И вообще получить заряд бодрости, энергии. В этом году в соревнованиях на базе столичной лыжероллерной трассы в Веснянке приняли участие более 3000 человек. Главным событием стала эстафета 4 на 2,5 километра. На линии старта встретились представители облисполкомов, Мингорисполкома, сотрудники силовых министерств и ведомств. В итоге золото в этом забеге досталось команде МЧС. Второй финишировала сборная службы безопасности президента Беларуси. Тройку лидеров замкнули работники Следственного комитета страны. Конечно, мы все рассчитываем на победу, для этого готовимся. И, конечно, сегодня при такой поддержке просто было невозможно не победить. Почувствовать себя лыжным профи или просто прокатиться в свое удовольствие, да еще и получить приятный бонус в виде медали, смог каждый желающий. Завершающим третьим этапом стал массовый забег на 2,5 километра. Сегодня по тому количеству зрителей, участников, которые пришли с семьями, видна популярность развития физической культуры в нашей стране. Безусловно, такие мероприятия могут помогать нам стимулировать пропаганду здорового образа жизни. Зрителям также скучать не пришлось. Для них были предусмотрены различные зоны активности, а детей развлекали аниматоры. Организаторы мероприятия – Министерство спорта и туризма и Мингорисполком.